звучит, Денис есть, да, готова, прозвучит фонограмма в записи песни Игоря Шевчука, он записал ее, эта песня Игоря Шевчука называется «Письмо», и мы в далеком, я не помню, 84-м, может, 86-м году ее с Валерой исполняли. Вот. Но запись не сохранилась. А вот сейчас нам Игорь споет. Напомнит. Напомнит. Засадит зерно баранью, шипаться живет